Привет всем любителям гремлинов! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого. Партия на пятерых. Случайные персонажи, быстрый таймер. Так, тайный агент, авантюрист. Я вот не помню, за кого я давно не... По-моему, из-за тайного агента недавно играл, так что давайте за авантюриста сыграем. Так, я хожу вторым. Так, и надо бы сразу решить... досмотр, агрегат... Так, агрегат... Давайте просто быстрые карты возьмем, я вот думаю. Хищение. Давайте вот так. Торговля краденым. Моментальный кредит, аукцион. Дух в лампе. Кстати, можно будет сыграть. Ладно, мне кажется, я нормальные карты взял. Оставляю эти. Так. Досмотр. В принципе, я могу... особым заказом зайти досмотр сыграть. Да, вопрос, конечно. Надо ли мне? Ну, давайте все-таки зайду. Так, кто хочет, чтобы я его досмотрел? Что такое молчание? Ребят, вы чё? Давайте Wonderful. Его никто не хочет. Лёш, мы просто научены в твоей стратегии. Да, кто первый сказал, того и смотрит. Обычно так бывает. Это ж умные игры, мы вот учимся. Это я удачно посмотрел. Ну, я решил просто, что у него явно будет казино. Тут неизвестный, он, видите, он встал на зарабатывание денег, потому что он не знает, что играть. Прям очевидно. Все остальные, куда этот будет выходить, непонятно. А, стоп, я еще что-то должен сделать? Не, нет, он ему выносит приговор. Что-то подвисло у меня. Не-не, не у тебя, это у него, он типа не выбрал как бы действие. А вообще, может быть, мой персонаж случайно выбрался? Да, у меня интернет барахлит. Так, давайте дальше. Дух в лампе. Так, какие у нас вообще неприятности? Каждый игрок теряет 50% денег. Кстати, неплохо для... Дух в лампе. Я как раз смогу получить деньги. Да, наверное, пойду... наверное, выгодная сделка. И пойду на сокровище, сыграю дух... Ну, серьезно. Я тебя запомнил. Я специально брал эту карту, чтобы на выходе из тюрьмы на неприятности не попасть. Хочу со мной поменялся. Поменялся бы он с этим, с проклятым в преисподней. У меня очень тепло. Климат благоприятный. Ну, наверное, тогда большую игру оставим. Давайте, наверное... Не для всех, да? А, давайте перестройкой встану сюда. И я бы, может быть, даже и посидел. Надо положить на сберегательный счет. О, как удачно. Ну как, неудачно, конечно. Да, у нас сейчас функция появится, скорее всего. Леша, мгновенная карма, да? Не выгодно. Да, да. Ну, посидите. В тюрьме, ну, говорят, мгновенная карма имеется в виду не то, что я был в тюрьму, а то, что у меня типа есть карта мгновенная карма, чтобы сразу посадить вора. Да, кстати, вы не думаете, что я тут кого-то закрываю своей вебкой? Мы на пятерых играем. Ого. А зачем? Это ты здорово придумал. Я даже сначала не понял. Ну-ну. Да, я тоже самое хотел бы сказать. А зачем Д'Артаньяна делать губернатором? Это сговор. Вы тимплей, да? Вы в команде играете, я так понял. По-любому. Он душу продал. Я просто лишняя карта была, ее нужно было убрать. Нормальная. Вот, а можно меня так наказать тоже как-нибудь губернатором сделать? Если у тебя больше голосов, можно. Конечно, можно. Единица ФП, вот мне наказание пришло. Я не получил голос за 50 монет. Деньги и срок. А давайте, слушайте, посижу. Почему нет? С другой стороны, там неприятность. А, или она уже ушла? Уже ушла, да. Уже другая. Так, ну у нас вор, конечно, главный посидел, уже блатной. Погнали в казино. Ладно.
Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Не, ну я сейчас просто сижу пока в тюрьме. Надеюсь, что-нибудь заработать. Прям встал. Что, прям не было ни одной... Все тройки, что ли, были карты? Да, буквально. Так, плохо себя ведем. Что еще у нас у губернатора? Давайте еще. Ужас какой. Ну так вы же так сделали его губернатором, блин. А что с разумом? Я не делал, например. Ну, коллективное гремлинское сознание. Рекламная кампания. Он еще типа посидел. За 70 продается, не за 100. Слушайте, а он посидел что специально, чтобы. Не, на рэкет он по-любому и так играл. А, голда за 70. Все. Да, раньше же за 100 продавались. Ну так это когда было? Да, это давно было. И шестеренка теперь за 200. А раньше за 300, по-моему, было. Не, за 300 у этого коммивояжера. Ну, у коммивояжера, да, базар. Не хочу. Блин, казино. А, это только у... А, о, нормально. Да. А что у меня еще больше? Еще 50. Слушайте, я сижу, реально деньги зарабатываю. Я очень неплохо время в тюрьме провожу, на самом деле. Так что не всегда это плохо. И тем более это в начале игры прямо. Вполне нормально. В начале игры посидеть. Так, ну я, наверное... Ну, мне бы, конечно, хотелось сбежать из тюрьмы на свалку, сыграть там подачку, а потом сходить выгодную сделку на базаре сыграть. Но пока как-то не получается. Слушай, Жень, я говорю. Он нам зловредности навалил. Горкой. Ну, меня не жалуют. Так, слушайте, а какие у нас вообще способности? Ну, там, конечно, в казино, выиграв в казино любую сумму денег, вы получаете дополнительный ход, да. Перебросив на кубики 6, выбросив на кубики 6, получаете 40. Ага. Используя клетку риска, вы можете перебросить кубик один раз, и выбросив на кубики 1, ваш доход на 2. Так, так мне на клетку риска, на самом деле, хотелось бы выходить, но у меня нету ничего подобного. К сожалению. Тогда, смотрите, можно... сбежать на свалку, там сыграть подачку, а потом на 4 сходить перед духом в лампе сюда на клетку риска, а потом уже... Так как это, скорее всего, полетело бы в меня. То есть это очень странно, у меня нет ничего, у меня 270 монет, зачем меня... Нет, у тебя был голос, ты подошел к суду, у суда плохие карты, а я... Так получилось, лидер. Я сам не хотел, но так получилось. Я понял. Я запомню. Атакуйте это, лидера. Не хочу сбрасывать карту. Леша, а как ты еще раз сел в тюрьму? В смысле еще? Я с тех пор не выходил еще. А, ты до сих пор сидишь? Да. А, так надолго посадили? Да нет, у меня там постоянно карты, получите доход и плюс один срок. А, понял. Что-то не сильно богат. Я сел, у меня, по-моему, было 150 денег. Я еще надеюсь, что мне выпадет сбежать. Вот мы в казино... О, это... В тюрьме как в казино сидим. Я тоже там на рулетке выиграл. Так, блин. Нет, а вот теперь проиграл. Это те, которые я выиграл. Так, ну я хоть стал этим... Наконец, да, мужиком стал. Нет, я и до этого был мужиком. Не то, чтобы мне сейчас игра как бы сказала, наконец-то ты мужик. Вообще, надо бы уже выходить, мне так кажется. Что-то я уже дофига посидел. Пора бы. Просто, Вандерхол, если бы ты бы встал на клетку взятки, я бы тебя бы не досматривал. Ну, именно. Не получалось встать никуда по-другому. У меня все карты были одинаковой тройкой. И только выпала вот эта двойка. В самом конце, и ты ее открыл. Так, ну чё? Давай сбегание, нет? Я думаю, пора мне тоже... Да, блин. Причём я все равно разыграть не мог. Там три голоса надо. Мне, кстати, 40 дали за то, что я самый бедный. Как бы правило, как на свалке. Хорошо сидим, мужики.
А хотя Сторм не мужик, что Сторм шестерка. Это пока. Мы его с фандефолом за этим гоняем. За шипучим напитком Дюшес. Неплохая тюрьма, я тебе скажу, если там Дюшес есть. Так и так мы казино и Дюшес, вообще все. Знаешь, типа, даже не совсем похоже, что это тюрьма. Да, да. Ну, видимо, в мире гремлинов тюрьма это как курорт, знаешь, такое. Там не хочется выходить, не хочется выходить все эти подставы, там вот это вот все. Да, да, да. В тюрьме тебя никто не тронет, знаешь, типа спокойствие. Даже нет смысла досматривать карты, да, когда ты в тюрьме находишься. Но вы должны все понимать, что это игра все-таки, в реальном мире не так. Что как раз недавние видео как бы показывают, чтобы народ не расслаблялся. О, лучше в тюрьму мужики. Не попадать. Здорово. Тут так расхвалили, а что бы ему захотелось? Ну, ну, говорит, а где у вас Дюшес тут? Единственное, кто в этой игре не сидел, это вор. Да, блин. Спасибо, спасибо, все скинулись. О, я сел со 150, выхожу с каким количеством бабла? Да, неплохо. О, корпоративные махинации, интересно. Это интересно. Жаль, жаль, не могу встать на эту клетку. Ну, я пойду, даже, наверное... Кто хочет жертву сделать? Видимо, духом в лампе на 4 там пойду. Не хочу я... Люди, я так, не играл а там... в эту игру, мне там года 2. Я просто сыграл карту, потому что она не была. Да-да-да. Можете присоединиться. Древнюю деталь. Давайте я заплачу взятки, неохота сидеть мне. Так, теперь выгодная сделка. Идем в казино, там большую игру играем. Я мало того, что не сидел, так я еще и самый незловредный в этой. Тем более, что я могу перебросить кубик авантюристам. Ну и мне просто надо заходить в казино. Я больше скажу, это большой ход. Дополнительный доход, правдовольственный ход получаю. Да не хочешь меня досмотреть? По самое время. Кого, кого досмотреть? Меня, меня. Чего? Ну, не знаю. Подозрительно. Я просто вышел. Я просто вышел. Да у нас, вон, есть вор 4 шестеренки, этот депутат 5 шестеренок, или кто, или это не депутат? Так они и были. Нет, давайте, наверное, большую игру сыграем. Я все равно могу перебросить кубик. Достаточно, нормально. Ого. Это вообще что-то везука-базука вообще происходит какая-то. Так, да, Лёш, 800 монет, 3, держите 4, 5, его. 6. А теперь надо какое-нибудь непотребство, да, которое 50% срубает голды. Давайте, наверное, так пока схожу. А недавно же было. Было, да, я чуть не знаю. Инфляция, да, была. А, не, она была, но ее скинули. Кино. Подожди, непотребство, это что-то, это... А, ты, наверное, любитель манчкина, я так понял. Да, есть такое. Что-то знакомое слышу. Такие отблески. Знаете что, я похожу, но не буду... Я сейчас заплачу 100 монет. Блин, еще и злая статуэтка пришла. Не, наверное, все-таки древнюю деталь давайте. Помнил старую добрую стратегию с деталькой? Ну да. Еще хрен остановишься с 100 голдой. Так, что дальше? Я бы на самом деле через центр прошел, чтобы зайти в казино, сыграть опять счастливую монетку, а потом сюда злую. Мне правда не нравится, что у меня зловредность так повышается нормально. Проклятый меч. Генератор отмазок. Ну так, то есть у меня эти карма есть, да? То есть раз, два, три. У меня, собственно, а у меня все почти карты на три.
Я, наверное, агрегатом схожу. Не думаю, что я захочу его играть в скором времени. Блин, что у меня все на 3? Не, знаете, не буду платить. Я вполне могу посидеть в тюрьме. Отсюда быстрее просто будет добраться до казино, на самом деле. Я не против. Нормально. Донес. Деньги до банка. Деньги закончились просто. Так, со мной сидит шестерка. На больше золота. А, он уже вышел. Что там, комбо как? Там что-то почетный экскорт, по-моему, какая-то странная карта, мне помнится. А, не, просто телепорный. Она полезна в определенных случаях, допустим. Но когда... ты же сейчас заплатил 150 монет, правильно? Не, ему да, и сейчас было невыгодно. Ну я на варпе, я встретил сокровищницу, где можно золото выиграть. Поэтому, выиграл? Да, 100 золота. То есть ты заплатил 150, а выиграл 100? Я еще украл 27. Угу. Заплатил 150, украл 120. Короче, получил 127. Ну, а остальное это перемещение, я же через полкарты пролетел. Да, блин. Тут закрыл денег. Черт, я тебя сделал депутатом, теперь пора, ну, долги отдавать на крышу. Не депутатом, а губернатором. Ну, губернатором. Да. А, это предприниматель, это не депутат, это предприниматель. Сколько поставишь? Это да проклятый, это вор у нас, это инженер, по-моему, камевоежор. Камевоежор. Дом, милый дом. Еще посижу. Так, ну опять мне ходить нечем. Прям очень неудобно. Да не хоть, я бы оставил, блин, придется на двойной этот отдавать. А, там еще, а нет, да, он, блин, еще там стоит, фак. Слушайте, а может встать и сесть тогда на него, то есть не платить много. Он давно на свободе. Заплачу какие-нибудь 11, например. Да и не про... никто не проверяет. Просто, но неохота, честно говоря, прям кучу баб, то есть... Ну, к сожалению, у меня все карты на 3, так что сорян. О, привет. Все карты на 3. Да я понимаю, у меня та же ситуация. И еще минус 46 сейчас будет. Там, кажется, не все карты на 3. А, монет, тюрьма кого-то. Да не, я выйду. Фига он. Это было быстро. Мне даже эта карта не попадалась просто. Я уже в тюрьме, по-моему, больше всех сидел. Даже не попадалась. Ох ты, махинатор. Держи вора, да. Держи вора, да. А ничего, кстати, что у него еще и доход 80. Ну вот, надо что-то делать. Делайте вам. Причем это чисто счетовод ему всего лишь плюс 20 дает, то есть у него плюс 60 откуда-то. Как он набил доход уже? Я уже третий, наверное, раз в банк захожу. О, да, он в тюрьме не сидел. Насидел. Дюшес наприносил, очень прибыль оказался. 6. Ну, по 3 придется. Он даже дюшес не носил. Так поставлял. Так, наверное, подачкой пока идем. Не, ну поставлял я, так у меня общак. Да, заплачу, не хочу сидеть уже. Надо донести счастливую монетку. Сыграть ее, потом идем злую статуэтку играть. Я, наверное, эликсиром удачи похожу. Погоди, ты только что рядом со мной был. На секунду отвлекся, и ты уже где-то снизу. Слушайте, а может отсюда на 4 пойти встать на эту и сыграть карму? Никакого мошенничества. То есть у меня будет потом выбор, куда идти. В любую из клеток, посмотрим, что он мне придет.
как бы прокрутим карты. То есть я не хочу сказать, что злая статуэтка это прям круто на самом деле. Это для проклятого может было бы круто, а для меня такое. О, обличение пришло. Ну, наверное, оставим пятерочку. Так уж и быть. Так. Слушайте, а давайте проникновенную речь на самом деле на единицу походим. Я, конечно, заплачу тут. Но проникновенная речь это тоже круто. Видите, я сейчас лидер. Я нет. За что было? Я перед избирателями выступал, а вы мои соперники наоборот. Нефиг вам слушать. Нормальненько. Так. Кто мне отдает свои голоса? Wonderful. У него 3 есть. То есть я на самом деле 6 получу. Ну, прикольно. Так не понял, меня что воровали? А, блин, уже 2. Он продал голос. Ну, я не могу тут выбирать, к сожалению, потому что мне дадут с максимальной... Так что я не иду туда, идем сюда. Опять эликсир удачи пришел, да что такое? О! Да ладно, она ко мне только что пришла. Да. Это вот, вот эта проблема высокой зловредности. Видишь? Все в тебя летит просто. Я досматриваю его, всю игру досматриваю. Как да, конфисковую... что чем больше зловредность, тем иногда бывает случайно, происходит с тобой неприятность. Так, что дальше? Пропаганда, генератор отмазок. Ну, не знаю, эликсир удачи. А что у нас с неприятностью? Сейчас кстати, ее... Да, сейчас. Сейчас проклятый, видимо, сбросит неприятность. Там у вора уже 11 шестеренок. Так, держу в курсе. Блин, риск команды. Там нельзя выкинуть там самого свободного смотра. Блин, ну на 3, наверное, пока похожу пропагандой, наверное. Просто вот так пока походим, отсюда будем смотреть. Я бы, конечно... Сейчас бы я потерял еще шестеренку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот кто зловредный. Заходить ли мне в сокровищницу играть? Так, аж какая там неприятность? Нет, видимо, все-таки в сокровищницу я не пойду. Наверное, опять в казино стоит зайти. Мухляж, да, что такое? Я бы рискомат, конечно, сыграл. Давайте агитации. Заплачу. Блин, у меня еще и трамплин появился. Я, наверное, как раз им похожу, потому что тут вот нету смысла. Что-что? Возвращаю тебе, должок проклятый. Давай. Просто дюшес, да. $255, ну ты даешь. Так, говорит, так деньги не нужны. Ну, такое. Ну, типа, проклятому деньги вообще особо, если честно, не нужны. Он решил на шампанское разориться. Такое. Блин, мне бы сейчас карту на 2 сюда походить, потому что я тогда бы трамплин смог использовать. И там еще и робот зазывал его. Внезапно тогда. Да, у народа, конечно, все круто. Но я хотя бы губером, надеюсь, стану. Но там 16 шестеренок уже. Держите, это, знаете, вора. Это уже так близко к концу игры.
Мне нужна карта на 2. Если повезет. Рискомат я бы, конечно, хотел сыграть просто. Механический банкир. О, у нас там человек механический банкир играет. Повышает зловредность. Блин. Мне бы на самом деле выйти, честно говоря, уже в данном случае. Ну, потому что уже много шестеренок у людей. Даже... Ладно. Что там прилетело? Нормально. То есть он шел в преисподнюю, выпала аномалия, его все равно в преисподнюю отправила? У меня единичка выпала, да. Вот это везука. Кстати, я же стану губернатором, на меня взятка не подействует. То есть, в принципе, ну все равно хотелось бы 2, чтобы просто тупо быстрее пройти. Да, должен стать губером, по идее. Так, а за счет чего он сейчас получил шестеренку? За неприятность. Это самая лучшая неприятность из всех, если что. Нет. Это не самое лучшее. Есть лучше? Это по ситуации, но оно не самое лучшее. Ну, не знаю, я думаю, как бы получить 5 зловредностей и 1 шестеренку очень даже неплохо. Для это проклятого темпори. Ну, для проклятого нормально, а вообще так не вообще. Игра повисла. Ты с калькулятора, да? Да. Отвисло или ты вылетел? А за что я получил голос? А у тебя робот зазывал. Робота зазывал. А, это от него? Блэк Темплар. Ты тут? Похоже, нет. Ну, он в казино. Да, он увлечен автоматами. Да. То есть что, у него даже Дискорд, типа, все повисло нафиг. У меня интернет с переменным успехом работает. Ну, у меня он в прошлой игре, он 3 раза вылетал. Фига себе. Еще и посадит, ничего вообще опасно. Ну это, конечно, против проклятого была неприятность. Так у меня денег-то не было, не так. Ну хоть губером стал. Что, ну, будем ждать Блэк Темплара или... Ну давай подождем. Не, ну мы можем походить там... Или только ты можешь паузу ставить? Не, все могут. Ну тогда ставим, ты нажмешь. Хорошо. Просто интересно, что его даже тут не нарисовано, что он вылетел. Не, это когда интернет барахлит, он типа как бы есть, но пакеты еще не дошли, поэтому неизвестно, вылетел он или нет. Наверное, все-таки эликсиром удачи сыграю пока. Ну, либо отошел срочно, тоже может. Он что-то пишет. Наверное, показухой буду ходить. Вдруг 6 выпадет. А, стоп, ты не нажала на паузу. Ладно. Молодец. Оно просто быстро слишком произошло, не успел даже нажать как близкий. Ладно, я нажим. Подождем, он перезагружает. А, кстати,
Чувак зайти все никак не может. Нет, он... Ты же команду долго ждать. Так, давайте, надеюсь, шестерочка выпадет. Блин, тройка. Постоянные эти тройки, как они задолбали. Все, все в тройках, я не знаю даже. Ну давайте, наверное, большой игрой. Зайдем, понятно, рискомат сыграем. Так. Ну и тут можем... А, шестерочка выпала. Зашибись. И мы еще сразу ходить можем. Так. Не, нормально. Давайте, наверное, генератором отмазок. Казино, а не фейк. Ну, только в тюремном. Да, пока встану. Ну, потому что мне не хватит на генератор отмазок, мне тайное общество больше нравится. Ну, так. Токсичные отходы, я надеюсь, донести. Причем все по факту дохода своего. Три, четыре. Зарабатывает на кур. Азарт. Наверное, бомбой сюда дойду. Блин, хотя не. Наверное, тогда кармой покажу. Тем более, что отсюда можно и до астрала. Ну, вряд ли мне придет карта. Потому что в астрал имеет смысл, когда у вас на 6 есть. Да, ведь ничего нету. Походил так. Джекпот, когда был рядом с казино. Не грусти, не печалься. Лидеров. Зато у нас минус конкурент. Я трамплином похожу. Да он на меня только будет агриться. О, и правильно. Ты чистосердечно ли сыграл? Да. Зеба тебе. Похоже, ты и так с ней, так что нет смысла этой карты играть и себя за уверенность накидывать. Доход очень низкий у меня. Так. Ну, я не плачу. 3, 4, 5, 6. Да, я вообще не могу. Дом, милый вот дом. Но я токсичные отходы хочу сыграть. Тут не садится. Я, наверное, сюда покажу наушничеством. Я могу и бомбой бегунком сюда походить. Клад я вряд ли донесу, блин, еще и задание стихрири. Да ё-моё, я даже не посмотрел неприятно, почему постоянно... Вот всегда просто, я постоянно попадаю на неприятность, когда я ее не смотрю. О. Неплохие карты. Ну да. Я неплохие понимаю, карты упали. У нас гости. Налейте ему путешествие. Ну, я сейчас ступил, ребята. Надо было на 3 ходить, конечно же, а не вот этой фигней, что я занялся сейчас. Хорошо, и неприятность не заплатил, и может быть, еще, не посмотрел, какая неприятность будет. Да, ты погоди, далеко так. Не убегай.
Блин, чё у компьютера 1000? Нормально вообще? Да. Ну это еще будет забавно, если он выиграет. Такое бывало. Так это... Сделайте что-нибудь. Блин. Опять на 2 нету походить. Я бы сейчас с удовольствием сбежал. Для заключенной нету никого. Хотя плюс 100. Наверное, давайте возьму. Я еще, мы, кстати, тут получаем за счет общака каждый ход 25. Ну, это, конечно, нету смысла ради этого сидеть. Ой, он начали на риски выиграл. Ну-ну. Блин. Задание Стинхри очень, конечно, хочется донести. Кстати, в искусственном интеллекте здесь самое отстойное, что с компами конфликтовать бессмысленно. Потому как они всегда знают, что ты поставишь, и поставят на один больше. Ну вот. Давайте вот эту я сброшу. Не знаю, куда я просто проверял этот момент. Типа вот, 100%. То есть я смогу трюк сыграть, поменять местами с любым игроком. Блин, а у меня нету нормальных. Они хотят сесть. Они могут поставить мало, либо ставят очень крупную сумму, когда даже оно того не стоит. Узурпатор. Меня лишили губерства. Эти руки ничего не воровали. О! Попробуем с ним поменяться. А я еще не выхожу. Как ну, давайте, наверное, на заводе 15 не сможет. Блин, а куда мне надо? Но я задание Стинхри очень вряд ли сыграю. В казино заглянуть, да неохота. Блин, вообще даже непонятно, что из этого играть. Может, обыск пойти попытаться? Ну, в любом случае, давайте так. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь придет. Поклёп. Так, торговля краденым, фак. Но мне походу надо все-таки меняться с вором. А есть смысл считать бота конкурентом? Ну да, он сейчас пойдет. Знаете, себе что? Эту, купит, как его там, армию хаоса. Да. Он на доходе получит 180, ставь где-нибудь 260. Ему 3 шестеренки после этого, и он выиграл. Ну, типа, так чё? Вы говорили, ботом лучше конфликтовать, да? Но в итоге... Ага. Так 510 он заплатил, нормально ты с ним конфликтовал? В смысле? Так это он ко мне пришел. Ну так отлично, он к тебе пришел, заплатил 510. По-моему, теперь уже бот ничего не купит. А ты тоже поставил 500, да? Я единичку поставил. А. Так, а какая разница, сколько я поставил? А, типа, чтобы проверить, сколько ну, ставил. Да. Вот, как-то так. Может быть, действительно рандом. Так, ну, бота можно не оставить. Давайте я все-таки, наверное, обыск сыграю. А, я понял, сюда. Тут сыграю подставу на проклятого. У меня было 500 чем-то, правда, помню, не 510. Тут 500 построил. Просто, ну, типа, он слишком близко к победе, ну, это прям опасно. Лохотрон. Почему он на тебя захотел? Точно 50. Я знаю, почему. Я почему спросил по поводу бота, считать его конкурентом. Я шел меньше он потерял. Ну, чтобы кто-то потерял 50% своих денег.
Ой-ой. Ну, то есть у вас как бы мало денег своих. Я подумал, что ну вот интересно 50% срезать. А может быть он прочитал этот момент и решил меня отходить. Ну, с возвращением. Да. Извините, что-то у меня комп все вылетело все. Немного. Да, я смогу еще уже зайти, да? Да. Да. Ты еще даже и не проигрываешь. Ничего себе. Ну и я по-прежнему стреляю, поэтому я говорю, не надо пропустил. Все, ничего не меняет. Даже все. Блин, еще и хищение. Я лучше сейчас... Хотя... Надеюсь, что комп второй раз не подвезет. Леша, я тебя запомню. Ну так, харе выигрывать. Если ты запомнил. Тут все сейчас на тебя будут. Так, а у кого у нас... О, так у всех дофига денег. Интересно, сейчас будет интересно. Да. Блин, ну и сколько поставить? А, не успел, да, поставить? Да. Да, я не успел поставить. Вон. Что-то я дофига поставил, видимо. Я хотел 201 поставить. Ну я так посчитал, что каждая шестеренка 200 стоит. Стал спирал долго. Ты пока был отключен, ты в лидеры выбился. Ну, наверное, хищением встанем, да. Блин, у меня доход маленький очень. Может, я туда пойду, за меня комп выиграет. О, подделка. А, слушайте, я, понимаю, я бы хотел идти, подделку. Нет, да его очень много. Да вот. Ну, в смысле, по полю полетал. А почему я ходил в казино, и я сейчас опять в казино? Ну, совпадение. Интересно. Лол, у меня еще 17 шестеренок откуда-то. Комп реально лучше меня играет. Блин, как мне сейчас... Верни, где я играл. Карта... Ты сыграл. Как мне подделку лучше все? Что у нас в неприятности? Что теперь делать? Альтруизм. Показывает все карты выбранному оппоненту. Ну, в принципе, нормально. Раз, два, три... Четыре. О, спасибо. За мое отсутствие. Начинаются выборы. Нет, я не хотел бы сейчас. А, кстати, я могу стать механическим торговцем сюда и дать кому-нибудь выбрать другому, чтобы там не выборы были. Потому что Д'Артаньяну отдам, он точно выборы выберет. Да, наверное, так и сделаю. Ну, чтобы подделку зайти сыграть. А, то есть на мне висит карточка, где я вход плачу 20. И если я не смогу заплатить, это фиксирование теряю, правильно? Да. Это комп ее мне сыграл, да? Да. Какой он молодец. Он здорово придумал. Вот пропускаю. Ну, нормально. Так, слушай, я еще могу зайти агрегат сыграть. Тут плюс 11. 4, правда, 4. Блин, а чем мне вообще играть? А Леша так встал, что я даже подставу кинуть много. Это 5 активных карт. Жестко. Да. Это не я, это компьютер. Сейчас у Прокетова будет плюс 11. Чего? Тиранок. А, не, у меня нету этой секретной разработки, к сожалению. Я был бы рад, если честно. Но мне карты хреново попадаются. Блин, может мне сходить сюда наушничество сыграть? Блин, ну мне надо и свои карты. Не, надо, наверное, сюда идти.
На риск я все равно могу перебрасывать. Так что давайте туда пойдем. Ну, за агрегат заодно. Проклято вот осматривает. Вот я удачно зашел. Астральный завоз. А ты прям как видел. Сколько выпало? А зачем ты палишь? Что у него там? Да-да-да. А мы не говорим? Не надо. Нет. Нет, конечно. Хорошо, я понял, буду молчать. Типа, и если все видят, ну, есть неприятность. Ну, я понял, я понял. Если все видят, то да. Я вообще случайно не на ту карту нажал, я хотел другую нажать. Да, отстаю. Дохода нету. Не знаю, пока штрафы небольшие. Единственное, что меня может. Так, ну я доносом, пожалуйста, покажу. Наушничество пока поддержим. Еще неудачемет, кстати, пришел. Сохраню, пожалуй. Я могу еще раз перебросить, как авантюрист, но четверка нормально. Мне еще поделку бы донести. Так, вопрос, что мне тут играть? Ну, конечно, неудачемет. Конечно, неудачемет. Только я по клепам похожу. А, ну я тогда поделку не смогу сыграть. Вот оно что. Да, значит, давайте-ка пока не будем. Давайте просто агрегат. Нам надо донести поделку и забрать у вора либо щитовод. Да, щитовода заберем. Повысим себе доход. Можно, кстати, еще наушничество вот выйти. Блин, только не факт на кого. Непонятно, кстати. О, настырный нищеброд, нормальная неприятность. Нормально, нормально. Так, а что тут других? Я вообще, конечно, мог бы, наверное, у кого-нибудь еще древнюю деталь забрать. А, у меня нет, у меня как раз ее и забрали. Очередные выборы прошли. Давайте просто неудачеметом выйдем. Обождите, раз, два, три, четыре. А, я могу спонсором сразу. Давайте спонсором лучше сразу дойдем. Поделку. Это очень зря было. Почему? Потому что она дала тебе моментальные кредиты, и ты будешь теперь платить за него кредит. Блин, я просто думал, что я сам выбираю, какой он сбрасывает карту. Так ты и сам выбираешь, нужно просто кликать не на эту иконку, не, нет. А на карту. А, не, нет, здесь вообще-то выбирает тому, кому дали. А это только с бомбой так и с конфискацией ты сам нет, выбираешь. Нет, почему, почему? Ну я, это тупо, я слушайте, сам... это дебильно, короче. Нет, так подожди, я нажимаю на шестеренку того, кого хочу, и на конкретную карту, да. Он конкретно ее и меняет. Да, а когда ты нажимаешь просто на портрет, это. Он выбирает рандомно. Слушай, слушай. Вообще, выбирал тут вор. А, Лёша не выбирал. Лёша не мог выбирать. Я думал, мне написали, выберите оппонента. Я думал, я сейчас выберу оппонента и у него постоянную карту сброшу. Ну да. Вот, я тоже есть. Ну да, надо... Самый лучший вариант был коммивэжер. Карта хорошая, и она ничем не прикрыта. Так, диковинку я еще могу сыграть. Давайте, наверное, пойдем. Ну, короче, у меня проблемы, у меня сейчас денег нету, и у меня сейчас будут шестеренки отбираться. Она единственная. Это мне надо продавать. Я сижу с 99 голдовой, 11 шестеренок. Леша теперь только искать, либо... Что она там, подношение? А я все сидел, думал, как бы от этой штуки избавиться. Спасибо, Алексей.
Да это тупая, тупое объяснение в игре карты. Забавно. Я был полностью... Я хотел забрать этого механического счетовода. Но это подстава. Так и есть. Смешная подстава. Я просто попадался именно на эту же подставу, ну, когда давно, когда играл, я помню. Причем я выбирал тоже, но я не догадался, как, что надо зайти в шестеренку, выбрать. Я просто тыкал по игроку, и время закончилось, у меня просто рандомная карта. Вот смотрите, в описании написано, выберите оппонента, который отдаст вам одну из своих активных постоянных карт в обмен на подделку. Не, почему не написать, он сам выберет, какую отдать. Выберите оппонента, который сам выберет, какую активную постоянную карту отдать в обмен на подделку. При том, что есть реально карты типа бомбы бегунка, да, которые ты там... Ты, там же я выбираю, я же там выбираю сам, когда бомбу кидаю, да, правильно? Да. Вот, допустим, в конфискации написано, выберите любую активную постоянную карту. А в подделке... Так, ну, наверное, пойдем с заданием Белеза сюда сыграем. Хотя можем и чистку, например. Ну вот и все. Все? Почти. А, у тебя ничего нет в этом? Или что-то есть по-любому? А, нормально. Я сейчас каждый ход еще по 20 монет теряю при этом. Либо три шестеренки. Я так. Тебе уже второй раз, по-моему, сокровищница обкрадываю. Да. Так, ну мы, наверное, чистку, похоже, на вора сыграем. Смотри, деньги украли тебя, у тебя, а посадили тебя. Хотя... А нафига мне это делать? Почему я должен тратить 50 монет? Я пойду лучше деньги зарабатывать. Нефиг мне делать, пускай они останавливают. Я вообще, у меня вообще меньше всех шестеренок-то на самом деле. Да нафиг надо мне. Отлично. Оставлю, пускай будут голоса. Так. Счастливая монетка или выигрыш? Ну, выигрыш как бы сразу 100 дает, 150 дает. А счастливая монетка, я 100 получу и могу еще выиграть. Ну, так что, наверное, счастливую монетку сыграю. Тем более, еще выигрыш быстрая карта. Что-то я не понимаю. Ходит чувак с 26 шестеренками, проходит круг, вообще никто ему ничего не делает. Типа так и надо, да? А не надо, у меня и так посмотрел. Здесь все на меня слили. Вот вам результат. А как он стопит? Он же, во-первых, был снизу, где никого не было, потом пришел к этому в сокровищницу. Ну там осматривать его, всячески, кидать в него проблемы. Сторм, нет, тебя нет. Стопают чисто потому, что у тебя самая высокая зловредность. Все в тебя и летит. Ну, шторм тоже без пяти минут. Да, наверное, счастливую монетку. Играю. Я думаю, стоит мне играть авторитетом или на всякий случай оставить? Значит. Оставлю. Пятьдесят монет. Говно перебрасываем. Он сейчас дойдет до куда-нибудь и сразу трёшь. Стрёмно купит. Блин. Ну давайте все-таки переброшу. У меня еще нет. Еее. Это вот неплохо это получилось. Еще это стал. Так, башню гремлинов я сыграть не смогу, но можно по кругу сходить выигрыш еще сделать, да? Или можно проникновение. Давайте проникновенную речь авторитета. В руке карты тюрьмы, которые на этом хватили не дома. Когда только сел в тюрьму, их нету. Так, можно зайти. Алиби сыграть. Так, сколько там за голоса дают, если я донесу 6? 34. 6 или 5, 6, что-то мало. Злобности.
Что-то мало. Так, чудеса бюрократии. 4. 3-4. Вот вопрос, надо мне деньги или надо мне снизить за вредность и голоса получить? С другой стороны, вообще тут вообще пока непонятно, что делать. Ну, удостоверение тайной службы. Но я бы алиби сыграл. Наверное, все-таки башни и гремлинов. Похожу, пока оставлю выигрыш, возможно, я по кругу еще пойду. Конфисковывать голоса, у всех мало. Награда нашла героя. Ой, ну что-то все равно как-то все. Может пойти реально эликсир удачи сыграть? Еще здесь победил. Ну я в тюрьме проиграл, сейчас вышел, победил. Все логично. Круговорот сансары. Блин. Наверное, все-таки стоит зайти эликсир сыграть. Потом, возможно, как-нибудь тут вернуться. Награда нашла героя. Ну, блин, все как-то... Он с колод поменялся. Блин, я еще и авторитет скинул. Мог бы сейчас... Так, какая у нас неприятность? Полный облом. Не, ну это хрень. Ладно, давайте, наверное, выигрышем. Встану сюда. И вот опять меня. Потому что ты не останавливаешь вора. Он от меня убегает, как я его остановлю. О, надо было в тюрьму давно сесть. Переворот сыграть, стукач сыграть. Нет? Носил что, зачем-то? А? Они мне только выпали. Ну да, как всегда. Я объясню, почему я останавливал Сторма, потому что у него много денег, и он уже около какой-то локации, где он может что-то получить. Вор ничего не может получить, и вообще это не мое дело. Честно говоря, не будут они его стопать, их проблемы. Полный облом. Кому 50% дохода? Дохода, деньги. Стэка. Ну, я бы вору снижал, раз он... Ему 4 шестеренки осталось, это вообще дешево все стоит. А смысл мне это снижать, если это все дешево стоит? Ну, хоть какой-то минус. А вот сейчас мог, например... Разве вот не мог Д'Артаньян посадить сейчас вора, нет? Нет, там у меня двое. Так у Д'Артаньян само 8 шестеренок надо. Так, ну, давайте. Единица. Ну это прикол вообще какой-то. Полезности. А я вообще-то хочу остановить его. Аду? Ну да. Ну я, ну... Так удивительно сказал, будто бы в аду нет карт, чтобы остановить его. Ты готов спуститься даже в ад, чтобы остановить меня? Тормоза какие-то происходят. Получается так. Но я же не до свалки. Так, 275. Мне пришло сальто мортали, шулерство. Не знаю даже, на чем мне шулерство сыграть. Останавливайте. Не знаю даже, стоит ли мне в банк заходить. Я думаю, что нет. Рванул. Секретную, президентский номер. Так, а сальто мортали это я на любую клетку риска телепортируюсь, так? Ну и останавливайте сами, окей, я понял.
интересно, почему не-не-не. Так. Шулерство. Блин, мне тут на 4 походить. Ясно. Я бы думал сюда телепортироваться, а потом шулерством дурак, сюда походить, но... Да, было бы еще шумнее играть. Блин. Ну, видимо, зайду в банк, я не знаю, то есть, ну, я тупо сейчас уже некуда идти. Все, Вова, 3 шестерон. Там, сокровищница преисподняя на изерьях, трепсти. Да, только для того, чтобы это было, надо, чтобы карты выбили с шестеренков. Еще бы на них еще денег хватило. Можно награды сюда встать, сальто мортали, ну тогда смысл. Сальто мортали сюда и тут шулерство, ну зачем? А, слушайте. А, блин, нету денег столько. Мог бы сюда, например, и шулерством вернуться, да? У меня каждый ход, во-первых, минус 20, это минус 40 надо считать. Так? Ну, хоть денег не... А это плюс 50 будет, мне все равно денег не хватает. Нет, карт, на которые ты играешь. Все равно не хватает никак. Блин, ну не знаю. Видимо, тупо придется награда нашла героя, перебегаем сюда и просто шулерство сыграть. Ну а что, все остальное нету смысла держать, тут скоро конец игры. Тут надо хоть что-то делать. Это не играется, это нафиг надо. Давайте 7 увога. Вам мгновенная карма, вы тут на меня скидываете. Да не, не, они никто не, не хотят никого друга останавливать, они такие, типа, все хотят тупо шестеренки набирать, все надеются, что кто-то другой будет за них делать. Смотри, вот я сейчас пойду останавливать. Не знаю, я только делал, что ты делал для остановки. Да. Ну слушай, в их случае это нормально, пытаться победить, это... когда видишь, что... Нету нормальной карты. Ну, интересную находку отдам, и, наверное, пропаганду. Или аукцион, где он находится. Давайте аукцион отсадим. Утилизатор и трудовой будень. Все, фиг. Ну, я утилизатором похожу, наверное. Или донести его еще попытаться. Можно донести, кстати. Ну я что-то так сильно сомневаюсь, что у меня победили. Еще... Нечем восстановить. Нечем остановить, зато есть чем себе победить, да? Так, я хотел остановить, меня посадили в тюрьму, теперь я ничего не могу. Почему я не могу? Потому что сокровищница... Ой, блин, а мне... Аж... Запрятый меч. Блин, а в казино авантюристу не дают перебрасывать кубик, да? Нет, там жаль. Наши кости везунки. Это что-то... Нет? Нет, представляешь, у меня нету карт на шестеренке, вот это да. Так, ну мне, видимо, черт побери, надо зайти сыграть. Сокровищница. Нет, я пошел на неприятность, чтобы неприятность на предпринимателя сыграть, у которого 28 шестеренок. Ну ладно, там была фигня. Все. Все. Ни хрена еще и демонстрации еще к тому же. Ну, и это все. Да. Вора. Поэтому я стопил его, а не вора. Ну не получилось. А Леша стопил меня, хотя мог застопить остальных. Все. Нет, я не мог застопить остальных. Они все сидели в тюрьме тогда, а ты шел с огромным количеством денег. Ты был около банка, около офиса, около этого. Все делали по каким-то объективным причинам, все нормально. Да, я сяду, что тут? Что тут уже? Прикол. Напоследок.
Да. Ну, еще сыграл, конечно, свою роль, что вор вылетел. Тоже как-то по-другому бы играли. Тоже, как там компьютер ходил, никто ему ничего не делал. И не факт. Там был один момент, кстати, у тебя не было, у него было почти тысяча... По-моему, 1200 практически было денег. И он шел в преисподнюю. И поставил на конфликте внезапно, по-моему, против Вандерфола 501 монету зачем-то. Насколько я помню, ему бы не хватило. Потому что армия хаоса дает 12. Нет, знаете, что я зашел в игру, вот он стоял на клетке этого казино, у него было в руках это часы Армагеддона. Ну, возможно, шел в часы Армагеддона играть. А, ну если часы Армагеддона, тогда да, тогда возможно. Ну, что-то в этот раз в игре как-то совсем не везло, честно говоря. Что-то совсем какие-то карты были, как-то так все. Да. Везло, кстати, на куб. Выпадали шестерки, я думаю, у меня больше всех шестерок, мне кажется. Нет, по ровно 5-5. Да, спасибо за игру с победой. Кстати, в кубомете такое ощущение, что Вандерфол больше всех кубик кидал. У него, посмотрите, у него все... Больше всех выпадали все грани, кроме двойки. Самый популярный. Так, что у нас по шестеренкам? Ну, я меньше всех даже получил шестеренок. Да, просто карт даже на шестеренок особо не было. Понимаете? Зато я, возможно, денег неплохо получил. Давайте глянем деньги. В общем, друг моего друга создал, кто я сошел. Тут одно место есть, если есть желающие, можете зайти. Ну, на третьем. Ну, короче, посерединке я по деньгам все равно. Ладно, спасибо, что смотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Ладно, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.